Всех приветствую. Сегодня опять мы на пасеке с утра. В эту вот семью вчера заселил семью, улей заселил семью. Старую матку я убрал, подсадил им молодую неплодную вместо плодной. Матка-то не старая была, с того года, но меняю я маток на бахвоста. Посмотрим, что здесь делается. Что-то пчелы непонятно кружатся кругом. Хотя мне это не пропала матка наша. Здесь я не плотно закрыл, так они под крышей ходят. Сейчас посмотрим, что там делается. Живая матка, не живая. Будем надеяться, что живая. Троху сгоню их, чтобы не накинулись сразу. Аккуратненько поднимем. Вот сколько тут пчел сидит, налезло. Позагоняю их, что мне продавить. Тут под потолочной у нас стоит матка в клеточке. Тут, наверное, заблудились, выход шукают, подвылазили. Надо попробовать закрыть, чтобы щелины не было чем-нибудь заткнуть. Сейчас я их подгоняю, этих пчел, чтобы они не сидели тут. Хай улелятся. Ладно, смотрим, что у нас тут делается. Ёлки-палки. Матка. Ай, тьфу ты, напужался. Думал, матка пропала. А что, я забыл, что туда старую положил. Раздавил. Пчелы две пропали. Те, что с маткой были. Две пчелы пропали, матка ходит живая, нормальная. Стану, чтобы свет немного, ну вот. Видно, матка живая, нормальная, а пчелки пропали две. Думаю, их, покуда они что-то бунтуют, туда-сюда летают, то пускай посидит матка, может, не пропадет. Видно, кормят раз, живая до сих пор, а потом уже прикроем эту клеточку лощинкой, пускай прогрызает и пускает. Матка красивая, светлая, это бакфаста матка. Будем смотреть. Лощины не видно, чтобы отстроили, хотя чуть-чуть за ночь. Они немного оттянули вон уже внутри лощинку. Или не оттянули? Не, не оттянули. Матка закрытая, так она не работает, так. Я думал, уже за ночь отстроили, что. Так, лощина видно, там не отстроенная. Так, все хорошо, матка живая. Долго держать я не буду, думаю. Немного успокоиться, не облетятся, да потом уже прикрыть, хай выпускать. Сейчас пойдем дальше смотреть, там уже я вчера лощиной закрыл пару маток. Посмотрим, выпустили, не выпустили. Должны выпустить, в принципе. Так, гоняем пчелу всю. Водятся у нас под ульями вот пауки. Лепят паутину на этих вот зазорах, где доска. И пчел ловят. Такие маленькие, блескучие, черненькие. Их я обычно я бачу, так давлю, чтоб пчелу не ловили. Даже сами пчелы подлетают, да ищут их возле паутины, сколько раз замешал. Так, ладно. Прикрываем. Пускай бегают под крышей. Думаю, выход найден, если что. Так, слетай. Так.
А что вы? Ладно, две пчелы прилежут, а ничего. Завтра я, скорее всего, что вечером эту матку залеплю ващиной, чтобы она вышла. Да и все. Закрыли. Матка живая, все в порядке. Сразу немного спужался, думал, что уже померла, вот лежала. А что, забыл, что вчера бросил туда старую матку плотную для запаха, чтобы они больше привыкли. Смотрим в этих отводочках. Также вот в этот я заселял тоже рой и старую матку убил, подставил тоже неплодную бахвостоту. Вечером буду залепливать тоже ващиной клеточку уже. Уже она простояла вчера день, позавчера полдня. И вот сегодня до вечера продержу уже и выпущу. Там они уже успокоились, пчелки. Вот, посмотрим сейчас. Здесь уже успокоились, сидят, работают. Будем думать, что и там с маткой все в порядке. Скорее, что будет все в порядке. Главное, чтобы эти матки облетелись потом. Так, ващину прогрызли, лежу. Матку еще не выпустили. Но уже с маткой ходят пчелы. Вот видно. Матка наша. Уже такое желтая полоска, лапки светленькие. На эту камеру-то не видно будет, конечно. Но матка живая, во, злюкуется. Это немного злюковатые пчелы такие, коричневенькие. Вернее, серенькие, то они злятся. Это. Так, пчелы к матке зашли. Думаю, раз ходят с маткой, то можно уже им помочь ващинку эту оторвать немного. Уже буквально выпустили они ее. Просто что не прогрызут никак, ващина толстая. Вот я открыл. Не психуйте. Злятся. Что я выхлажу? О. Ладно, немного я курну, чтобы они сбежали, и прикрыю. О, маточка выскочила. Ёлки-палки. Сейчас улей пойдет, вон матка бегает. Во-во-во-во-во. Эй, щелина малая. Главное, чтобы она не слетела сейчас. Матка щелину не найдет себе. Пройти. Бежи в обратную сторону. Смотрим. Ладно, прикрыю. Чтобы матка. Нет, это еще в порядке было. Я матку выпустил уже. Вот то. Сейчас глянем. Наверное, все-таки проход не найден, я тут на подписке в этом. А я курну с этой стороны дымом, так она пойдет в обратную. Там проход есть. Злятся пчелы, знают, что возле матки. Их, скорее всего, что приняли, раз не загрызли. Так, аккуратно. Аккуратно. Все, матка зашла в улей. Нема уже тут ее. Клеточки тоже не видно. Сейчас я этих пчел загоню уже. Заберем клеточку. Так, все, матка пошла в улей. Не видно тут ее. Пчелы, на что в клеточке были, видно, перебили. Все, матку мы выпустили. Матка жваленькая, хорошая была. Заберем клеточку эту сейчас и закроем уже хату ихнюю. Так, точно уже, чтобы не было тут маток никаких, ничего. Раз, пошла улей нормально. Все, пчелы. Не кусайтесь только.
сколько лет занимаюсь пчелами, все равно мне приятно грызутся. Опа, там у нас щелина. Закрыем. Закрыем этими, как и были планками двумя. Все. Все тут в порядке. Матка пошла. Будем ждать облета и засева. Так, прикрыем. Все, пчелы закрываю. С маткой в порядке все. Можно закрывать. Где-то все. Ёлки-палки упала. Пчела, утекай. Тут уже нема никого, все. А это откуда? Все, позагонял, чтобы ничего не оставалось под крышей. Этот улей закрываем. Будем сейчас в соседнем глядеть. Сейчас смотрим соседний улей. Это я разбил, здесь была семья основная. Сюда струсил много пчелы, чтобы молодой попало. Расплода поставил. И немного улей передвинул сюда, плотно к этому. Пчелы разделились. Пару дней прилетели, уже прилетались они к месту. И я уже тогда отодвинул немного, ну, чтобы крышу открывать. И маток как раз прислали через пару дней. Вот садила этих маток. Смотрим тут. Тут тоже через ващинку я поставлю. Вот она там все поднимается. Это потолочина плотно. Здесь тоже прогрызли, с маткой ходят. Но матка покуда не вышла. Наверное, просто хода не найди. Сейчас я помогу, посмотрим. Возьму. Палочку. Палочкой ващину приоткроем. Раз они эту матку не трогают, значит нормально все. Раз уже к ней дырка есть, то по-любому заходили. Раз заходили и не убили, значит, можно ее выпускать. Открой тихенько, пускай выходит. Так. Так. О. Да не кидайтесь только, а то знают, что возле матки их не хожу. Так уже лишил их маточников всех. О, сейчас она выходит. Нет, не вышло еще. Ладно, сейчас поможем. Открыли больше дырку. О. И поднять надо клеточку, чтобы пошла сразу вниз улей. Все, матка выходит сейчас, смотрим. Не, назад пошла. Крупная, хорошая. Вот-вот подошла к выходу. Все вниз глядит, там решеточка просто. Сейчас я приоткрою еще. Фу, ты думал, уже на матку набросились, что матка что-то пчелу оседлала. Ладно, сейчас его я приоткрыл. Она выйдет, думаю. Еще через решеточку вниз позирает. Во-во-во-во-во. Подошла к пчелам. Все, пошла улей. Все. Все, матка ушла улей. Забираем клеточку. Все, пчелы, отдал я мамку вашу.
все, клеточку забрали, матка пошла нормально на низ, большая, красивая и живая. Закрываем все. Здесь у нас по потолочных, сейчас я пороткуюсь. Ладно, как закрывать уже не буду показывать. Я эту потолочину, что выпиленная, поменяю на цельную хорошую. Матка пошла улей вниз. Раз не убили, уже прогрызена была к ее ход, прогрызли в ващине. То значит все нормально. Тихенько пошли за ней. Вот. На пчелки крылышками вибрирую, зовут. Все нормально. Здесь маток мы запустили. Вечером том улье ващинкой загорожу. Это там старая была матка, рой сажал я. То я там загорожу ващинкой и тоже пускай прогрызает. И через пару дней в том, что сразу смотрели. В этом уже просидела матка, получается. Вчера день, сегодня вот уже 12 дня. И с обеда позавчера. Ну там плодная была старая, так я ее убрал. Обмазал ее клеточку и подложил. То я не спешил открывать, они тогда бунтовать начали опять. Бегать, искать свою матку старую. Ну, это я не выпускал. Вот сейчас прошло пару дней, залепим ващинкой мы и выпустим. Вот у них уже все спокойно, в этих пчел летают, работают, только что-то мертвых много. Может, какие воровки налезли. Ладно, пускай работают, и тех потом выпустим матку. Здесь матки у нас в парадке. Будем ждать их облета. Через сколько, не знаю, уже она яйцекладку начнет. Потом посмотрим потихоньку. Да, заказал с Китая маркера метить маток. Потом пометим после облета их уже. На этом будем заканчивать. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что новое. Может, будет мне полезным. Может, и вам что будет полезным, как я подставлял. Всем удачи, до свидания.